Мажилисмен Малик Кульшар побывал с рабочей поездкой в Сырымском районе. Депутат Нижней палаты парламента посетил ряд объектов, а также ознакомился с ходом ремонтных работ на въездной дороге в один из населенных пунктов. Эту въездную дорогу жители села давно просили отремонтировать, и вот на участке начались работы. На сегодня 11 километров дороги покрыли асфальтом, устанавливаются дорожные знаки и разметка. На строительстве заняты 25 человек, 10 из которых местные жители. Стоимость проекта 741 миллион тенге. Также мажилисмен ознакомился с деятельностью Анкатинского водохранилища, построенного на реке Шолак-Анката. Объекты, введенные на государственные средства, должны служить не только крестьянским хозяйствам, но и всему населению, сказал депутат. Далее он ознакомился со строительством здания, предназначенного для музея в районном центре. Подрядчикам было поручено строго следить за качеством и сроками работ. Рабочая поездка продолжилась в районном отделе полиции, сотрудники которой работают в новом современном здании. Здесь есть фронт-офис для приема граждан, изолятор временного содержания, зона для прогулок задержанных. С начала года в районе зарегистрировано 51 правонарушение. В сравнении с прошлым годом это меньше на 13,5%. Раскрываемость составляет 92%. В основном это скотократство. Если в прошлом году было зарегистрировано 158 фактов кражи домашнего скота, то в этом году 6 случаев. Это намного ниже. Краж имущества практически не бывает. В беседе с полицейскими Малик Кульшар говорил о важности работ по реализации направления «Безопасный район» предвыборной программы партии «Нур-Отан». В целом депутат Мажилиса дал положительную оценку работе, проводимой в районе. Он провел беседу с жителями сел и выслушал их просьбы и пожелания. В основном население беспокоит вопросы водоснабжения, состояния дороги и обеспечения кормами на зиму. По водообеспечению проблема заключается в доведении водопровода до села Жимбиты и оттуда до следующих 5 населенных пунктов. Поскольку в эти села ранее в рамках программы Тазасу подвели воду, но в каждый дом не завели. Это вопрос серьезный. Нужно готовить проект и его решение. Для реализации нужны средства. Об этом должны подумать местные акиматы, и затем уже мы рассмотрим пути его решения на нашем уровне. Не остались без внимания и многолетние проблемы. В завершение Малик Кульшар заверил, что проблемы сельского хозяйства и социальной защиты людей будут подниматься на республиканском уровне. Алмагуль Джамписова, Дауренко Жахметов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.